Сегодня будем продолжать серию проповедей. Как я говорил о личностях Библии. И тема была Моисей из воды вытащенный. И мы поняли, кто хотел, понял, у кого уши были, тот слышал. Кто хотел сделать выводы, сделал. И тот, кто хотел делать, как можешь. Моисей, тот и делал так. Мы знаем, что эти личности, которые Божьи люди в Библии, которые что-то сделали, которые исполнили Божью волю, через, которые Бог исполнил свою волю на этом месте, которых Бог благословил. И у них есть ключи достижений. Если мы будем делать то же самое, что они, то и мы будем достигать таких же достижений, как они. И сегодня тема Иосиф. Иосиф. Мечтатель. Иосиф — мечтатель. Я так много думал о нем, много молился, искал в Божьем Слове. У меня было такое ощущение, что я знаю его лично, что я знаю его лично. Что я даже вижу его в каком-то моменте, вижу. Это, наверное, не он, кого я вижу, но визуально. Но я не знаю в точности, как он выглядел, но духовно, что я действительно вижу, какой Иосиф был. Он был приятный человек. Он был приятный человек такой, с которым приятно общаться. У него были хорошие манеры, но не о хороших манерах, не насколько он приятный был. Это просто такие ощущения, которые я пережил. Это те ощущения, которые можешь пережить, когда ты можешь изучать его. Дипломатичный, смиренный. И очень много особенностей, о которых мы будем сегодня говорить. Что такое Иосиф и где Библию его можно найти? Это Бытие. С 30 главы. Бытие с 30 главы. С 30 главы. И дальше можно читать жизненный рассказ Иосифа. Иосиф из раба стал египетским правителем. Иосиф из раба, человек, который 17 лет, он из раба стал фактического египетского правителя, самого большого на земле, могущего. Еще до Моисея, Я читаю о Божьем славе о Иосифе, что Бог был с ним. Мы учились о том, что с Моисеем был Господь. Господь говорил, иди, я буду с тобой. И он шел. И про Иосифа можно то же самое сказать. Он, Господь был вместе с ними. И не он сам стал правителем Египта, но Бог его повысил. Господь был вместе с ним. Из раба до правителя, потому что Господь был вместе с ним. И самое важное, что Иосиф исполнил Божье видение, Божье задание лично для него, для Иосифа, для его жизни. Он исполнил, он вошел в видение Бога, он сделал, что Бог видел. И что он такое сделал? В Египте, где вся Кананская земля, где был Иаков и там и Израиль, чтобы лучше понять, нам нужно вернуться еще в более раннее прошлое. Бог сотворил человека, идеального человека. Но человек с свободным выбором, который дал Господь, он согрешил против Бога и был отделен от Бога. И вошел какой-то грех, какие-то последствия греха, проклятие, бедность. И так это было с поколения в поколение до сегодняшнего дня. Особенно те люди, которые Бога не знают.
Но у Бога был план, как спасти мир, как спасти людей, как это сделать все во благо. И чтобы исполнить этот план, Он обещал, что пошлет Иисуса Христа, который искупит нас от греха, и что Он вернется в то состояние, в котором Он был до этого. Скажи, Иисус Христос. Иисус Христос. Бог, который в человеческой плоти на земле. Он был искупитель греха. Но чтобы Христу прийти, нужно было подготовить землю. И это слово было «Божий народ», который от Авраама появился. Он пригласил и дал видение. Скажи «видение». Аврааму дал видение, что ты станешь большим народом, что от тебя будут цари, что через тебя будет спасен мир. Он сказал: «Смотри на небеса, видишь звезды, можешь их сосчитать, столько будет у тебя последователей, наследников». И мы наследники. И мы были в Божьем сердце, мы были в Божьем плане, мы были придуманы в Боге. Каждый на земле, он был думан Богом. Он любит каждого человека, хочет его спасти. И был Авраам, Исаак, который переименовал это видение, дальше понес. Потом Иаков, чтобы спасать мир, чтобы благословлял, размножался. И Бог особенно благословлял, когда Он шел и видел это. И Бог хочет спасти мир. И Он говорил, что у вас будет много наследников. От вас придет Спаситель Иисус Христос. И вам нужно делать то, что я говорю. У Исаака Иаков родился. И Иаков — это отец Иосифа. И Иаков взял видение своего отца. Но не отец ему это дал. Он это получил от Бога лично для себя. И Иосиф был тот, где группа людей, которым не было еще большим народом, было 70 душ, 70 людей. И Кананская земля, где жил Иаков и братья Иосифа, там было 7 лет голода. Но Бог послал к Иосифу, чтобы его сделать египетским царем, правителем. И он был тот, который для своего народа приготовил спасение. Он появился, и он был правителем, и он заботился о своей семье. И без Иосифа эти люди бы погибли даже до смерти, Кананская земля. В эти года, когда было сухо и не было воды, когда Иосиф, он сделал свое видение, свое задание, у него была своя роль и свое место. И вот это то, что Бог сделал через Иосифа. И он благословлял его и самого. И, друг, у тебя есть свое место. Свое место в общее видение Бога. У тебя есть свое задание. Вопрос только, видишь ли ты свое задание? Ты соглашаешься ли ты своему заданию? Идешь ли ты в этом задании? Веришь ли ты в это задание? И повеление очень простое. Идите, размножайтесь, так же, как Он сказал до нас всем людям. Идите и делайте учениками все народы. Нам нужно размножаться как народу, и не биологически, а духовно. Нам нужно духовных детей. Нам нужно спасать мир. Нужно спасать людей, которым нужно спасение. У нас вокруг люди, которым нужно спасение. У нас вокруг люди, которые хотят слышать Евангелие, весть об Евангелии, об Иисусе Христе, где до этого никто в помазании ему не рассказал и не дал. Не был никто, кто молился за них и постился за них, который разбивал все цепи. Это твое видение. Если ты церковь Христа спасла, и ты уже есть в этой церкви, то наше видение очень простое. У каждого свое место в домашней группке. И потом у них время и место, чтобы вести свою группку. И вот Божий план. Иосиф видел Божий план в своей жизни. Он исполнил этот план. Значит, из раба правителем Египта. Господь был с Иосифом, и он исполнил Божью волю и занял свое место в Божьем плане.
turpināšu par Jāzu ir paši kā par personu. Продолжай личность Иосифа. Мне даже не нужны записи. Это в моем сердце, в моем разуме. Яков. И Яков. Язеп. Иосиф. Отец Иосифа. И у них было 12 братьев. У Иосифа было 12 братьев. Они родились в Кананской земле. Якобам бы дев сил. У Якова было две жены. Рахель и Лея. Рахиль и Лия. Плюс. Плюс. Ган Рахель, ган Лея соцентрировались. И Рахиль и Лия, они соревновались между собой о том, сколько, как, кто больше родит детей для Якова. Почему у него было две жены, об этом не будем говорить, это другая тема. Это не было предвидено. У меня сделал свой колпонс. И у него были свои сыновья, которые родили своих детей. И так произошло 12 колен. Иосиф родился от Рахиля. И кто такая Рахиль? Когда у Якова было женитьба, он пошел к родственникам, где отец им показал, как Бог и учил этому. Он пошел к Лабану домой, и он выбрал именно Рахиль, именно эту женщину. И он служил Лабан 7 лет. Он ее любил. Все свои надежды и на исполнение видения он видел через Рахиль. Он ждал детей. Ребеночка именно от Рахиля. Он ждал от Рахиля. Такой был план. Что произошло? Во время свадьбы у них была традиция. Он даже не видел, не было света. И вели сестру в кровать. И через 7 лет служения ему всунули сестру, а не Рахиль. И когда он проснулся, он увидел, что он спал с Лия, с сестрой. И он сказал, Лия, у нас так не принято. У нас так не принято, что давали младшую. Сначала нужно старшую. И он еще 7 лет прослужил за Рахиль, получил Рахиль. И когда нужно было получить свою зарплату, которую работодатель не хотел давать, и Яков, отец Иосифа, и когда зарплату он был платить, ему не хотели платить, и он еще 6 лет работал, чтобы получить эту зарплату, и Бог помог получить. Но в тот день, слышишь, было 7 плюс 7, 14 лет, плюс 6, 20 лет. Он пришел только за Рахиль. Он пришел только, чтобы Рахиль получить. Он ждал видения своего отца, видел только через Рахиль. Это выбранная девочка, что родится сын, и она даст свое видение сыну, и он продолжит видение. Но у него еще Лия. Тогда они начали между собой соревноваться, у кого больше детей родится. Была очень нездоровая атмосфера в семье. У них было соревнование. И как последний ребенок, Рахиль оказалась неплодной. Но Бог открыл, и она родила Иосифа. Родился ребенок в любви. У него видение и мечты были только в Рахиль, не было в Лии. И родился ребенок в любви. И когда родился Иосиф, он говорит, я ухожу. Что это означает? Он получил то, своего сына от Рахиля. И потом он может идти дальше. Конечно, землю, чтобы пойти исполнить Божье видение, чтобы идти размножаться и плодоноситься. И у него был Иосиф.
Это был ребенок в любви. И ты родился в любви, ты знаешь что? Ибо так возлюбил Бог мир, так вот Бог возлюбил. Данис опять тебе попался. Как Бог сильно любит тебя. Как Бог сильно любит тебя. И Парсла, как Бог сильно тебя любит. Как Бог тебя сильно любит. Ты была в Божьем сердце до того, как ты еще родился. Он уже думал о нас. Это необъяснимо разумом. Это Божья любовь. Божье Слово говорит, может ли быть больше любви, как только если кто отдаст свою душу? Когда Бог, Он пришел в плоти человеческой, Он пережил эти все мучения, умер на кресте и воскрес. Это большая цена, которую мы разумом не можем понять, что Бог заплатил. Я говорю тебе сейчас, чтобы ты понял, насколько сильно любит тебя. Это не пустые слова, Иисус любит тебя. Иисус любит тебя. Это непростые слова. Когда моя мама, когда сидела еще в тюрьме, много лет назад, где-то 90-е годы это были, 90-е годы в тюрьме, моя мама пришла ко мне и дала наклеечки желтые с улыбочкой. «Иисус любит тебя» написано. Такая улыбочка «Иисус любит тебя». Наклеечки. И я наклеил на тумбочке. Я валялся на кровати и смотрел, Иисус любит тебя. И я думал об этих словах, как Он любит меня, где Он любит меня, кто такой Иисус. Я думал об этих словах, и я знаю, что эти наклеечки — это семя Божьего Слова. Я знаю, что я думал о том, как Бог меня любит, как я не пережил, скорее, уже пережил Его любовь. Бог есть любовь. Любовь превыше всего. Ты был в Божьем сердце. Если ты здесь, и ты спасен, то это от любви Божьей. Ты ребенок в любви. Я знаю, что дети, которых, которые родились в семье, где их ждали и любили, то они их балуют. Ты знаешь, что ты как за пазухой у Бога. Если перемотать назад, не хотел ли ты, чтобы тебя будет любить, где тебя будут заботиться, ценить, тебе ничего не будет не хватать. Все самое лучшее, только ты знаешь, что меня любят, меня реально любят. Скажи, меня любят. Ты ребенок в любви, ты не хиппи, которые были в 70-х годах, где дети в любви. Об этом мы не говорим. Я говорю о Божьей любви реальной. Скажи, Иисус любит меня. И ты родился в любви. Ты родился в любви. Аллилуйя. И Иосиф родился в любви. И здесь не было только ощущения и пустые слова. Это были реальные слова и реальные ощущения. Рахиль и Иосиф очень ждали. Рахиль и Яков очень ждали Иосифа. И он ушел от дома Лабана. И он ушел только тогда, когда Иосиф родился. Он был жданным. И знаешь, что позже? Когда позже Яков вернулся от Лабана, от его дома, это отец Иосифа, ему нужно было встретиться с братом. И он придумал хитрость, мудрость. И те, которые ближе к нему, те в безопасности. Те, которые дальше, там, те, которых он не очень ценил. Знаешь, куда он Иосифа с Рахилью поставил последними? Не впереди, а сзади. Это показывает о том, что он их особенно любил. И особенно о них заботился. И о Рахиле, и о Иосифе.
им было особенное внимание. Позже, когда было 17 лет, я читаю в Библии, что отец особенные юбку, одеяния получил. И что это за одежда и юбка? Что это значит? Это означает только самым высоким людям, правителям. Иосиф видел в своем сыне правителя. Он верил своему сыну. Он баловал его, и он знал миссию. Он был желанным сыном. Он воспитывал сына, которым не будет ничего невозможного. И мне для тебя есть хорошая новость. Ты здесь. Ты желанный ребенок. О тебе особенно заботятся. У тебя особенное внимание. Потому что ты родился в любви во Христе. И здесь у тебя есть духовный отец и есть пастор. И друг, ты желанный мною. Мною желанный. Неприятно ли это осознавать, что тебя кто-то хотел? Что ты не пришел в мир случайно? Ты просил у родителей, мама, как я появился? Конечно, аист тебя не принес, и ты уже взрослый человек. Но хотела ли ты меня? Нет, сын, нет, дочка, ты просто случайно у нас появилась. Второй вариант. У меня три варианта. Шел на аборт, и потом мама передумала и все-таки родила тебя. И третий вариант. Мы очень хотели тебя. Мы тебя очень хотели. Мы даже, может, не могли сделать тебя. Были какие-то проблемы. Мы шли к врачам, мы шли к Богу, мы молились все время Богу. И тогда ты родился. Какой вариант тебе больше нравится? Когда ты слышишь, что это просто ошибка, ты просто случайная ошибка. Второй вариант, что ты ошибка. Ладно, разжужжу тебя. Третий вариант, ты желанный и любимый ребенок. Какой лучший вариант? И вот третий вариант, ты мой желанный, потому что я пастор этой церкви. И духовно я тебя желал, и поэтому ты здесь. Без пастора нет церкви. Те люди, которые лично к Богу тебя привели, они желали тебя и молились о тебе, они думали о тебе, они видели тебя и как новорожденного человека. Скажи, я желанный в этой церкви. Аминь. Вчера разговаривал с одним мужчиной. И он говорит, какая мне радость сейчас. Я привел своего первого человека к Богу. Я говорю, теперь ты знаешь, почему я так радуюсь. Я многих привел к Богу. И ты поэтому знаешь теперь, почему я служу Богу. Какая радость служить Богу, когда ты приводишь человека к Богу. Ты становишься отцом ему. Ты духовно рождаешь нового творения, нового человека, спасенного человека, и вытащил его из ада от цепей дьявола, и он теперь измененный. Говорит, да, мне такая радость теперь. Я верю, что у меня группа будет, он уже планирует и видит. Он хотел этого человека. Если бы он не хотел, его не было бы. Ты желанный. И Иосиф был желанный и любимый ребенок. Мне с утра, где я живу, наверху происходит рутина. Может быть, не каждое утро я вижу. Но все происходит так. Где-то после шести начинает кричать один ребенок. Потом его куда-то ведут.
Я точно не знаю. То, что мы с соседями обо всех вещах не говорим, мы только говорим «чао» и «пока». Когда мы случайно встречаемся на лестничной площадке. «Привет, как дела?» Один ребенок очень сильно кричит, очень сильно кричит. Потом его куда-то отводят. И я только думаю, не знаю точно, где он остается, но думаю, что в детский сад. И потом, когда один перестает орать и его уводит, второй начинает громко кричать и маленьким голоском. Я думаю, что приходит бабушка его нянчить, и тогда спокойствие, тогда только. И около радиатора обычно. Потом? Внезапно. Я слышу. Только утро еще. Что больше нет никого в комнате. Дверь закрывается и уходит. Это начинается другой театр. У них есть собачка Круза. Он писает и на шины моей машины. Я еще это не уловил это. Один раз собачка. Он живет над нами, а у нас дверь открыта. И он такой убегает и ошалашен, потому что неправильное место. Крузо. И потом он один там сидит и лает. Один в детском садике, другой у бабушки. И он один дома. И воет. Нету никакого права говорить, желанные или нежеланные дети, но у меня другое понимание о детях. Не то, что нужно их вести в детский сад или у бабушки, у меня другое понимание о детях, о любви. Я не хочу, чтобы кто-то оставался и плакал. И чтобы опять вели от папы, от мамы. Ты в правильном месте и правильное время. Ты желанный. Ты любим. Если ты не знаешь, что такое Божья любовь, и как это, если есть духовный лидер, если ты в домашней группе, может быть, ты не оценил до этого, но это Божья любовь, ты желанный и жданный ребенок, и что тебя ждут в любом случае, даже если ты зубы показываешь, если ты не кушаешь группу. Тебя выгонят, если ты... Потому что... Это потому, что это любовь к другим людям в группе. То, что Иисус за тебя умер и воскрес, это Божья любовь. Знаешь, что в церквях везде библейские школы за оплату, а здесь бесплатно. И можно делать это, только у меня здесь не очень. У меня засело, что я бесплатно получил это и бесплатно даю это. И все, точка, я так и делаю. По возможности. И то, что у тебя есть библейская школа, где ты можешь учиться тому, чему тебя учат, тебя все рассказывают, это Божья любовь. Когда тебе есть кому позвонить и рассказать свои горечи, печали и радости, это любовь, о тебе заботится, тебя любит. Есть такие люди, которые не принимают Божью любовь, которые все время показывают зубы, клыки. Я не могу тебе помочь. Такой был старший брат у Якова. Старший сын Якова. Спал с женой Якова. Только один был верным отцу. Божью любовь нужно принять. Что опять? Почему мне нужно разговаривать? Почему мне звонят? Я не могу тебе помочь, если ты не понимаешь, что у тебя есть возможность.
Ты желанный и любим. И тема Иосиф, мечтатель. Бытие 33, 2 стих. Когда Иаков его могут уничтожить, и уже шли им напротив, чтобы уничтожить их. Он своих детей поставил в конец, и за ними Лию за собой, и Рахиль и Иосифа ближе к себе, за Лии. И Иосиф был особенный ребенок, и он это знал. Он особенный. И он особенный был, потому что отец видел его как особенного. И я хочу тебе сказать, ты особенный. Все эти одежды, которые он ему дарил, все эти состояния, привилегии, которые у него были в семье, показывали на то, что он смотрел как на особенного, он видел его как особенного. О том, кто может верить, кто может достичь достижений. Может моя группка встать на ноги? Моя группка. И моя жена, вся наша группа. Арвис, ты особенный для меня. Инга, ты особенная для меня. Эдгар, ты особенный для меня. Лика, ты особенная для меня. Линда, ты очень особенная. Дайга, ты очень особенная. Принцесса, ты очень особенная для меня. Белл, ты очень-очень особенная. Если я говорю «очень-очень», это не означает, что каждого по-разному. Санди, ты очень-очень особенный для меня. И ведь это очень особенно для меня. Кристина, ты особенна. Принцесса Луиза, ты очень особенна для меня. И ведь ты особенная. Кристина, ты особенна для меня. Ты особенна для меня. Ну, так и есть, ты особенный. Индри, ты очень особенный для меня. Дочка, ты особенный для меня. Моя жена самая особенная. Вы особенные для меня. Если в моей команде именно эти люди, я не выбрал по радости, которая мне больше нравится. Вот Индриня, вот она милая, дружелюбная, имеет ко мне подъехать, так же, как моя вторая дочка. Но не поэтому эти люди в команде. Они у меня потому, что я верю им. Я верю им, что они могут занять то место, которое Бог для них приготовил. Я видел, что действительно, что они могут быть богатыми, что они могут размножаться, что они могут быть благословенны. Я люблю их, как я умею, так я и люблю. Я учусь это делать. И я делаю это, и они особенны для меня. Они все вместе для меня очень особенны. И вы команда. Я вас балую. Я никого не забыл. Все были. Это будет потом. Ты меня забыл. Так я и думал. Именно от этих любящих людей, где любимых людей, где отец, который верит им, и от этих людей появляется... Именно они меняют историю. У Иосифа
Правда, тебе нравится то, что ты слышишь? Тебе очень нравится, правда? Я скажу главные особенности, которые были Иосифа. И потом другие особенности и поближе. И самое главное, что было у него, это что с ним был Бог. Не он изменил, не он построил, но он не мог быть любим, если бы не было Бога. И с ним был Бог. И мне кажется, это самое важное. Второе. Он был богобоящимся. Он был богобоящимся. Третье. Он был верен. Он был верен своему отцу, своему Богу. И у него было видение. Четвертое. У него было видение. Он видел видение. Он видел, что он будет выше, что он будет правитель. Он видел это. Он видел свое место в видении Божьем и шел к этому. И пятое, он платил большую цену. Значит, если я хочу из раба стать правителем и своей жизни, и над своими финансами, если я хочу размножаться в плодоносе, если я хочу Божью волю исполнить, и хочу это в сильном виде сделать, чтобы я стал лидером большой сети, групп больших, и для этого мне нужно получить все особенности, которые у него были. И у него был, Бог был с ним, он был верен, у него было видение, и он был богобоящимся, и он платил цену. И вот особенности. До 17 лет. Первая новость, которую он... Чем он занимался? Он все время... Он заботился о мелком скоте своего брата. Братья его грешили. И он все рассказал отцу. Рассказывал отцу. Иосиф был любимец отца. Он был воспитан богобоящимся. Он был полностью верен отцу и потом братьям. И Богу, и потом братьям. Он видит, что его братья не уважают отца. Они грешат и делают неправильные вещи. Плохая слава была о славе вокруг людей. Плохая слава была для окружающих. Иаков все рассказал. Иосиф рассказал все. И он сказал, что он станет примером для своих братьев. Почему? Потому что Библия говорит, что сказано. Иаков послал Иосифа пойти к братьям. Он пас скот. Он сказал идти посмотреть, как у них дела идут, и потом прийти рассказать мне, что это означает. Иди посмотри, я верю тебе. Я братьям не верю. Иди посмотри, как они делают дела, и потом приди расскажи мне. Он был верной личностью для отца. И у него были одеяния особенные. И в Библии написано, что он был красив внешности, он был высокого роста. Он был Божий отца любимчик. Будь верен своему духовному лидеру. Церковь пастор, в каждой церкви пастор. Я верен своему пастору и потом братьям. Я верен своей церкви. И это ключ достижений. Если ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал, я верен своей церкви, своему пастору. Если твой лидер в твоей домашней группке говорит что-то другое и говорит что-то против, не тому, что учит пастор, то приди и расскажи ему аминь. И будь любимчиком. Именно тебя Бог будет использовать. Но я не хочу быть стукачом. Вот и тебя Бог не будет использовать, потому что неверных Бог не использует. Будь верен в малом, и Бог тебя поставит над большим.
Если ты видишь неправильные вещи, об этом нужно говорить, и нужно, не нужно защищать грех, потому что это уже согласие. Если говорят или обговаривают, или неправильные вещи делают, то ты соглашаешься, если ты молчишь, потому что в результате твое призывание и помазание не может Бог тебя использовать и не может быть с тобой. Потому что у Иосифа была самая главная особенность, что Бог был вместе с ним, Бог был вместе с ним, и Бог благословлял. И Бог не может быть тем, кто неверен. И знаю, что позже, когда он был продан в рабство, он стал рабом охранника царя. И даже в тюрьме, даже тогда, когда он был рабом, Бог был вместе с ним. И он так умел все организовывать. И этот начальник, он поставил его над всем домом, и он стал как начальником, будучи рабом. Он был верен отцу, потом был верен своему работодателю. И когда жена Потифара, и он красивый и поставлен над всем домом, и он был очень высоком уровне. Это как министр у нас. Потифар. И жена хотела его. И он говорил, списанное. Иосиф сказал, как я могу грешить против Бога и против своего начальника. Он был полностью верен своему начальнику, своему работодателю. Даже будучи в рабстве. Верен Богу, верен отцу, верен начальнику. И позже фараон его повысил над правителем, над всем Египтом. И фараон сказал такие слова. Когда он перевел этот сон, что будет дальше, он сказал, если кто-либо вернее, чем он, вот почему фараон его поставил там. Бог был вместе с ним, он сказал, если кто-то еще, у кого есть Божий Дух, как у Иосифа, и кто-то такой верен, как он. И он был верен, и Божий Дух был вместе с ним, и его повысили. И вот достижение, ключ это достижение, это верность. И Бог тебя благословит во всех делах. И вернемся в далекое прошлое, до того, как он стал царем. О Рахиле. В Библии написано, что в тот день, когда Яков оставил дом Лабана, там был Иосиф и Рахиль. И в Библии написано, что Рахиль украла у отца идола богов. Это означает, что его жена была неверующим, идолопоклон. Она верила другим богам вне Якова. И почему? Зачем ей эти идолы? И отец бежал за ней. И практически война произошла, потому что Рахиль украла этих идолов. И вот детство Иосифа. Мама язычница. И ты знаешь, что то, что вкладывают в тебя до 3 лет, то и будет у тебя. Вот у нас что-то вложено до 3 лет. Мы пережили разные неприятные вещи. И это все потом на всю твою дальнейшую жизнь будет влиять. И мама была язычница. И у меня хорошая новость для тебя. Когда Иисус умер на кресте,
Он был проклят и отвержен от Бога ради тебя, чтобы ты был принят, и чтобы все проклятия от родственников были разрушены. Неважно, что родители тебя научили до 3 лет, до 7 лет или до 18 лет, неважно, чему, что вложили в тебя родители. Иисус аннулировал эту всю негативную информацию. Аминь. Я такой, потому что меня так воспитывали. Нет, ты не такой, потому что Иисус это аннулировал и стер. Ты исцелен. Иосиф достиг достижения, исполняя Божью волю, и стал действительно таким человеком, на которого мы хотим равняться. Он стал таким, независимо от того, что мама была язычницей. В детстве мне никто не рассказывал про Бога. Вот мне тоже никто не рассказывал про Бога. Мама, когда я маленький приходил, и все время трепетала ее за юбку. И что будет со мной, когда меня не будет? И мама говорила, ничего не будет. Где-то такой текст был. Такое было учение у них. Коммунизм. Ничего не будет. Я не мог это понять, не мог понять, и не мог принять то, что ничего не будет. Я знал, что будет что-то, и что-то больше, чем я сейчас. Следующее. Рахиль, мать Иосифа, родила второго ребенка, и его назвала Бенимин. Это означает боли. Ребенок боли. Потому что во время рождения Рахиль умерла. Время рождения Рахиль умерла. Это все было до 17 лет у Иосифа. Иосиф еще, будучи ребенком, потерял свою мать. И о матери написано, что когда Яков сделал так, что все отказались от идолов, это означает, что и мать. Не переживай, что она осталась язычником. Нет, Яков все сорганизовал. Но она умерла во время родов. У него был только отец. И мы знаем, что любой ребенок, который родит в неполноценной семье, у них проблемы. У кого они хорошие родители, у них будет проблема и травма. Лично эти люди действительно 99,9% сидят в тюрьме. Я могу сказать, даже 100% людей, у которых не было все в порядке в семье. И большинство из них, у кого нет либо матери, либо отца, почти все они попадали в тюрьму. Или детский дом. Детский дом, армия, тюрьма. Или колонна, несовершеннолетняя. Не все, но очень большая часть. И вот у меня отец умер, когда мне было 4 года. Я знаю, что у меня там была проблема. Там была моя проблема. Это причина, почему я стал таким, каким я стал. Потому что отчим, который был в нашей жизни, у нас не было никакого отношения с ним. Он меня не любил, я его не любил, я его ненавидел. И вот такая у меня была жизнь в семье, мне все было ясно. Не хватит того, что мы живем без Бога, но мы еще живем с таким отчим, что лучше, чтобы вообще не было. Уродская семья. Я вырос таким, каким я вырос. Я искал любовь в каком-то другом месте. У меня не было такой семьи. Не было такой семьи, как Бог хотел. И у тебя. У тебя в семье все было в порядке? Не видишь ли ты проблемы и последствия своей семьи? Мама, папа в большей части. Ключ в прошлом. Как, и что было в детстве? Вот сейчас я такой, потому что в детстве меня били, меня насиловали сексуально очень много. В сиротских судах, инспекции, у них было очень много работы вообще есть. Если только людям все говорили, у них не было бы времени, чтобы заниматься глупостями, и не было бы времени приходить к нам в церковь проверять детей.
pasākumos, citos, ja tur encounter, piemēram. Encounter, например. Vai vesāko zīme ir. У них не было бы время для этого, если бы им нужно было бы столько проверять и решать. Они бы все седыми стали бы. И вот все началось с Египта. Ничего тебя не остановит. И без Иисуса крови, без матери, без матери. И даже мать, которая была язычница, он стал тем, кем Бог хотел его видеть. И слава Богу, у него был отец, который любил его. Ты можешь. Если ты держишь Божью волю, ты можешь получить все обетования Божьи. Ты можешь быть благословен. Ты можешь быть сильным. Ты можешь быть богатым. Помазанным. Ты можешь размножаться в своей группе, в группках. Ты можешь пересилить все свои неполноценности, потому что Бог дал тебе силу, что ты можешь ходить через змеи и скорпионы, через все силы врага. Аминь. Воздадим славу Богу. Jāzeps. Jozef. Viņa vārds, ko Rāhile piešķīra Jāzepam. Rahīle dala jam šo slavu. Это было противоположное тому, что было у Беньямина. Беньямин это был сын боли, такой он был. И отец говорил о нём, и он таким и стал. Именно его Израиль хотел уничтожить позже. Потому что он, его колено делало очень большие грехи. И вот началось с этой семьи. У Иосифа слово, его имя связано с размножением. Потому что когда он родился, отец, жена сказала, пусть он даст еще одного ребенка. Его имя связано с размножением. Ребенок в любви родился с целью размножаться. Скажи, жизнь, цель моей жизни, видение, размножаться во всем. Размножаться во всем. Скажи, через меня сотнями тысяч придут ко Христу. Скажи, я есть и буду богатой. Я исцелен эмоционально, духовно и физически. Я полностью исцелен. Скажи, у меня есть сильное здоровье. У меня очень сильное здоровье. Скажи, мое сердце работает как часы. У меня мускулы сильные, как у железа. У меня глаза ясные. Мои почки работают, идеально работают. Мои анализы идеальны. Мои мозги ясные. И у меня все циркулирует. Большой скоростью. И дыхательные органы совершенно здоровы, как у новорожденного ребенка. Мой животик, он хорошо себя чувствует. Он чувствует себя хорошо. Мои уши слышат. Мне нет никакой боли. Мне нету страха. У меня нету чувства отверженности. Я могу простить. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То, что я верю, что Иисус Господь. Господь в моей жизни. Он мой Господь. Он мой врач. Он меня любит. Ему я следую. И за Ним я буду следовать. Аллилуйя! В 17 лет плюс-минус Иосиф видит сон. Он видит сон.
И рассказывает это братьям, конечно же. Что комки сена, они ходят по кругу, и один был больше всех. И что он и будет этим, и что у него и так одеяние самое яркое и красивое, которое отец ему подарил. И Солом поклоняется ему. И братья ненавидели его из-за снов. И следующий сон от Бога. Он видит, что солнце, луна и звезды поклоняются ему. И отец говорит: «Слушай, ты хочешь сказать, что отец, мама и твои братья, нам нужно поклоняться пред тобой?» Он говорит: «Не знаю, нужно ли, но это то, что будет. Это то, что будет. Бог мне показал это». И отец ему наказал. За это написано, что он это оставил в разуме. И что отец сделал? Он поджег видение. Он отредактировал видение, чтобы он не думал о том, что он все сам делает. Чтобы он мог продолжить Иакова видение. Тебе нужно кто-то, чтобы корректировал твое видение. Когда я учу и проповедую видение и ответы на молитвы, у тебя 100 вопросов, почему нужно делать и как нужно делать. И вот когда лидер тебя корректирует, что видеть, как видеть? Что мне нужно видеть там, царей, животных? Нужно просто изображать ответ молитвы. И нужно молиться об этом, и нужно благодарить за это. Если у тебя нет одного глаза, тебе нужно видеть, что у тебя 2 глаза. Нужно видеть, представить себя, молиться за это и молиться на языках, словами молиться и благодарить за то, что родился еще один появится. И у Бога нет ничего невозможного. Бог благ. Аллилуйя! Иосиф видел сны. У Иосифа было ясное видение. Скажи, ясное видение. Тебе нужно видеть, Валта. Тебе нужно видеть. В своей группе 12 людей. У каждого из них еще 12 человек. Тебе нужно видеть видение от Бога. И иди по этому видению и плати за это цену. Нужно видеть результат. Видение от Бога — это спасенная Латвия, чище снега. И это видение, белее снега. Благополучие, здоровье — во всем нужно видеть видение. И самое важное — строить Божье Царство. Видеть, мечтать об этом, работать в этом направлении. Видение будет держать тебя живым. Это была тема в прошлый раз. Очень важно. Вот почему я начал эту тему. Иосиф мечтатель, именно это видение. Пройти через все трудности и препятствия и стать тем, кем он стал. Сейчас у тебя есть видение от Бога. У тебя есть враги. В тот день, когда отец послал Иосифа, чтобы посмотреть, как у них дела идут, и мы сказали: вот, видите этот мечтатель, видите этот мечтатель. Ты знаешь, что масса людей, у которых нет видения, нет понимания, и называется быдло. Это контролируемая масса, которая показывает им по телевизору что-то, и они этому верят. Скажу, быдло. И вот большинство людей именно такие, 95% где-то таких. Я точности не посчитал, но так может быть. Потому что смотрю, сколько людей достигли чего-то, особенно Латвии и латыши. Очень мало чего достигли. Ты не создан быдлом.
У тебя есть видение, которое делает тебя успешным человеком, верующим человеком, помазанным человеком. И с тобой Бог. Если у тебя есть видение, то у тебя есть Бог. Если ты идешь в Божьем данное видение, и все, что ты делаешь в жизни, и это все связано со спасением людей, с тобой Бог. Скажи, у меня есть Бог. И Бог тебя поднимет через это видение. И у тебя будут враги. И вот эти быдла, они делают эти все проблемы. Как в Украине. Сделали эту войну, которая сейчас. Мне кажется, что она вообще закончится, потому что не думающие люди, серая масса, которая верит в вранье. И так всегда делали люди. Высокие люди всегда так делали. Они врали, и Сталин, и Гитлер врали, и им верили. И те, кто не верили, их посылали в Сибирь. И кого-то убивали и в лагерь отправляли. И у тебя будут враги из-за твоей мечты. И братья хотели его убить, и они говорили, о, давайте убьем его. Они хотели это сделать. Рувин встал за то, чтобы не сделать это, и кинули его в яму. И продали в рабство. Потифару египтянину продали его. Одежда, которая у него была, с красивой одеждой разорвали. Убили овна и этой кровью намазали одежду. И так это противно выглядело из-за любви. Из-за мечты. Если Бог тебя призвал к большим делам, то ты можешь готовиться к тому, что у тебя будут враги и будут проблемы. Я сказал, что везде, где он был в рабстве или в тюрьме, с ним был Бог. И правитель видел, что с ним Бог. И Бог благословлял этого Потифара. Везде, где Иосиф шел, везде, где он работал, через него благословлял и работодателя всех людей. Везде, где ты будешь идти, везде ты будешь благословен. Если действительно ты помазан, если действительно у тебя есть видение, ты пойдешь на рабочие места, и у начальника будет все идти в успех, он тебя повысит. Если ты работаешь в одном на одной работе, если ты в разных работах подумай, действительно ли ты помазан и в видении. Если действительно одно и то же. И у начальника должен видеть, что именно через тебя благословение. Например, я пастор этой церкви, Бог через меня благословляет тебя. Дом, в котором я живу, в Сигулте. Когда я туда приехал, там ничего не было. Это был простой советский дом. Сейчас ремонт крутой. И сделаны солнечные батарейки, сделана стоянка. Все люди смотрят. Я на балкон не могу нормально выйти, потому что все смотрят, глазеют на это дом. И автостоянка, она уже сремонтирована. И был снег, что нельзя было убрать, и я жаловался, и что снег не чистит. Сейчас чистят. Блок благословляет, они даже этого не знают. Везде, где ты... Аллилуйя! Будешь находиться там везде, Бог будет благословлять через тебя. И когда жена Потифара хотела получить его, она обвинила его в изнасиловании, его в тюрьму посадили. И Бог был вместе с ним. И когда правитель видел, что Бог с ним, и что у него все получается. И он был заместитель начальника тюрьмы. И потом фараон его заметил. Он
была сон у фараона, который свидетельствовал о том, что у него будет голод. Он видел 7 коров, которые худые, 7 коров, которые полные. И он не мог это все объяснить. И Иосиф был приведен, потому что у него была Божья мудрость. Потому что Иосиф уже растолковал 2 другим людям, которые были у фараона. И он сказал, я слышал, что фараон сказал, что ты переводишь сны. И он говорит, я не могу, но если Бог хочет, то я переведу. Он всегда показывал на Бога, он был богобоящимся. Он не спал с женой. Нехорошо ли поспать с женой, начальником, как у неверующих? Ладно, неправильный вопрос. Это для неверующих. Мы так не делаем. Но неверующих это нормально, когда спят с кем попало, и с животными тоже. И он не сдался. Как я могу грешить против Бога? Он был богобоящимся. Скажи, богобоящимся, святая жизнь. Живи святой жизнью, и Бог будет с тобой. И показывай на Бога. Не я видел сны, не Бог мне сказал. А Бог объясняет, Он всегда показывает не я своими силами, но Бог. И фараон взял во внимание его верность Потифару. Я думаю, что и про жену он тоже все вычислил, как все на самом деле было. И верность начальнику тюрьмы, отцу. И потом фараон сказал, можно ли вообще на земле найти более верного человека, чем ты? И вот я прочитаю, каким стал Иосиф. Бытие 4:31. 16 дальше. Он сказал, нету мудрее человека, чем ты. Я поставил тебя над всей землей египетской. Он отдал свое кольцо Иосифу. Он дал ему дорогое одеяние. Он был рабом и тюремщиком. И он отдал, положил и одел на него цепь вокруг шеи. И он сказал перед ним, встаньте на колени. Он только что был в тюрьме, а сейчас весь Египет становится на колени перед ним. И фараон сказал Иосифу, я фараон, но по твоей ности никто не может поднять ни руку, ни ногу перед тобой. И Иосифу было 30 лет. В 30 лет он был вторым человеком за фараоном. В 30 лет. Друзья, он заплатил цену. Тюрьма, рабство из-за видения. Но Господь был вместе с ним. Скажи, цена. Не хватает только видеть, нужно платить цену. Скажи, цена. Нужно работать, нужно платить цену, чтобы реализовать свои цели, Божьи цели. И фараон давал ему жену. Ему дали не просто дочь язычника, но... дочь священника. Дочь сатаны. Но он не видит проблемы. Она родила ему 2 сына. И от Иосифа было 2 колена. 2 колена.
И читая в Библии, Бог говорит, Иосиф все время про весь Израиль, про весь Божий народ. Никакой сатанический человек не может и палец приложить. Не важно, что твой муж неверующий или он теплый, не важно, что твоя жена теплая, не важно, что сатаническое или что такое, это не важно. Если Бог с тобой, то нет ничего невозможного. Ты сделаешь свою миссию, которую Бог тебе предназначил. И прекрати бредничать. Прекрати бред нести. Моя жена, мои дети, прекрати бред нести. Дети будут там, где ты хочешь, чтобы они были. Дети будут служить, если ты захочешь, то они будут служить. Что ты скажешь, туда они пойдут. Куда ты покинешь, туда и полетит. Будет так, как ты хочешь, потому что Бог с тобой. Скажи, со мной Бог. Со мной Бог. Со мной Бог. Скажи, мне нет ничего невозможного, потому что со мной Бог. Скажи, вся слава Ему, вся честь Ему, благодаря Христу. Мне нет ничего невозможного. Будет так, как я хочу. Будет так, как хочет Бог. Будет у моей семьи так, как хочет Бог. И прекрати бред нести. Скажи, моя семья, мои дети будут служить Христу. Скажи, моя жена будет вести много домашних группок. Мой муж будет вести много домашних группок. Скажи, мой муж будет самый богатый человек в городе. Один из самых богатых. Скажи, я буду богат. Я здоров и богат. И будет так, как хочет Бог. И никакие язычники, неверующие или смерть, никакой отверженность, ничего другого не создаст ни вещей, ни сейчас, ни будущее. И не смогут от достижения меня. Прекрати нести бред. Прекрати слушать, что сатана тебе говорит. Прекрати. Нет ничего тебе невозможного. Иди и сделай это. Иди и сделай это. Иди и сделай это. Сегодня, сейчас. Иди и сделай это. Ты можешь. Я не знаю, как тебе это еще сказать попонятнее. Может, потише. Иди и сделай это. Иди, пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, иди сделай это. Иди это сделай. У тебя есть видение. Будь верен. Будь богобоящимся. Смотри на видение. Смотри и плати цену. Бог с тобой. Бог будет строить тебя. Помазание. У тебя есть помазание. У тебя есть помазание от святого. И Бог с тобой. Скажи 10 раз. Бог со мной. И вот слова ему дали. Бытие 34. Иосиф. И второй Ефрем. Бог сделает меня плодоносным в своей земле. Слышишь? Он простил братьям. Он простил братьям. Он простил братьям. Он сказал, в моей земле он сделает меня плодоносным. Он сказал, он был положительный на все, потому что с ним Бог. Я плодоносный и буду плодоносным. Скажи, я плодоносный и буду плодоносным во всем. И нету других обстоятельств. И он говорит, забудь все трудности. Он не...
смерть матери, потом отверженность от братьев, продали во рабство. Он не думал об этом. Он не шел в прошлое, но в будущее, потому что Божье видение. Все, что было, все прошло, все стало новым. Все, что было, все прошло новое. Скажи, все, что было, прошло, все стало новым. Ты желанный, и Бог с тобой. И Он привел всю свою семью в Египет, где Он был правитель фактически. И так он вывел. И очень меня коснулось последнее, что мы читаем про него. Бытие 50:24 дальше. Иосиф сказал, что он простил братьев. Он переучил их, но простил. И он стал фактически лидером для всего Израиля. И он говорит братьям, я умру 110 лет, потому что он прожил много лет. 110 лет. Я умру, но Бог будет искать вас и выведет из этой земли. Знаешь, что Он говорит? Он видит, что через 400 лет у вас будет миллион. Пройдет 400 лет, Он видит его сердце. В его сердце Божья воля. Он видит. Вы размножитесь и выйдете из этой земли. И станете всемогущим народом. Он все видит. У него видение. Он смотрит вперед. И знаете, у него не только видение было и сон во время ночи. Он верил этому видению. Вот дальше написано. Он выведет вас из египетской земли. Через 400 лет он пророчествует. В ту землю, которую Бог обещал Аврааму и моему отцу Якову. В обетованную землю. И Иосиф поклялся людям, что действительно Бог будет искать вас, что вы пойдете далеко отсюда. Он не хотел остаться в Египте. Он когда умер, он бальзамировал своего отца и себя бальзамировал. Он так верил этому видению, что так произойдет, что через 400 лет у вас будут миллионы. Он видит это в нем. Это выросло в нем. Он говорит, не оставьте, когда вы уйдете, не оставьте меня здесь, возьмите мои кости с собой, возьмите меня с собой. И сейчас представь себе, что Израиль выйдет из Египта в правление Моисея. 400 лет прошло. И вот здесь написано. Исход 13:19. Моисей взял с собой кости Якова. Что он просил, возьмите свои кости с собой в обетованную землю, где будет молоко и мед. Он видел эту землю, это было реально для него. Я хочу, чтобы твое видение... Божья воля, это видение, чтобы Бог благословлял, благословил тебя, размножая, размножил во всем. И в первую очередь с людьми, с спасенными людьми. Я хочу, чтобы ты верил этому видению, как и Иосиф верил, и чтобы ты стал таким, как Иосиф, и больше, чем он. Еще больше, чем все это. Представь себе, великий народ выведет из Египта. И перед ним ангел идет ночью. Облако Божьей мудрости. Иди и выйди, и он вместе шел. Он нес свое видение. Они...
Дай видеть, что мы видим, и верим и понимаем, что мы видели людей, людей, спасенных людей, что мы видели в своей группке видение. Псалом 76. Псалом 76, 16. Ты избавил мышцу народ твой, сынов Якова и Иосифа. Иосиф стал не кем-то, но Иосиф стал лидером. Иосиф вывел. Почему? Потому что он был верен. Он был богобоящимся. С ним был Бог, с ним был Бог. И он пошел к Богу. Сейчас он у Бога. Ты меня спрашиваешь, как получить видение, слышишь? Тебе нужно видение и вера. Видеть веру и видеть Иоанна 4.35. Иоанна 4.35. Мы вообще можем встать на ноги, подняться. Иоанна 4.35. Вот что Иисус говорит, слушай внимательно. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я... Он говорит, видите? Видите? Иисус повелевает. Скажи себе. Видите? Видите? Я говорю вам, возведите очи вами и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Йонгичо это называет четвертой дименсией. Это язык Святого Духа, как он говорит. Подними свои глаза и смотри, потому что они побелели и поспели к жатве. Он говорит, видите людей, которые хотят слышать от тебя Евангелие. Смотрите и видите людей, которые посещают твою домашнюю группу, твою домашнюю группу. Нужно видеть себя как лидера домашней группки. Не с одним и с двумя, и не с пятью, а с 10, 12 и так далее. Видите людей, спасенных, исцеленных. Видите своих соседей, братьев, сестер и друзей. И всех, кого ты еще не знаешь, узнаешь. Нужно видеть их здесь, что они сидят здесь рядом на служении. Нужно видеть их свободными, измененными. Что пьющий больше не пьет, и курящий больше не курит. Обновленный, благословен. Нужно видеть людей, видеть. Иисус говорит, посмотри, подними глаза и смотри, что побелели уже нивы. Люди хотят слышать, прекрати бред нести, они хотят слышать Евангелие. Всегда есть кому проповедовать. Потому что Иисус говорит, что они хотят, и что нивы уже белые, что есть люди, они идут к Богу. Есть люди, которых ты в любви, в сердце вынесешь, которым ты будешь проповедовать и свидетельствовать. Первое повеление Христа. Посмотрите. Матфея 28:19. Идите, научите все народы. Идите, делайте все народы учениками. В первую очередь нам нужно видеть, молиться и благодарим Господь как реальностью, что действительно эти люди спасены, чтобы это было реальностью, что мы молимся за это и благодарим. Спасибо, Господь, чтобы каждый день в молитвенной комнате видеть этих людей. Запланируй это время видеть этих людей и молись за них, пока не придет уверенность внутри, что спасены. Конкретные люди, пока не придут, молись сейчас Богу. И не хватает 5 минут, молись им больше, больше, пока не придет внутренняя уверенность, что в духовном мире уже родился новорожденный христианин. И потом ты иди, проповедуй им.
Если не победил какое-то время, ты благодари. Спасибо, что он будет спасен, что он спасен и будет спасен. Как ты будешь молиться и работать, так и все и будет. Иди и работай, иди проповедуй, иди к людям, смотри, как ты идешь к людям. Просто подумай, изобрази себе, как ты идешь к ним, и как они спасаются, как они начинают видеть, как они начинают слышать, как они исцеляются, увидеть это. У Иосифа было видение. Значит, Иосиф из раба в правителя. Господь был с Иосифом. Он исполнил Божью волю своей жизни. У него было видение. У него была забота людей. Были люди, которые заботились о нем. Не только Бог, но и люди. А тебе есть кто заботится? Есть духовный лидер? О них заботятся, о них верят. И у них было видение. И он был богобоящимся, он был верен своему отцу и начальникам. И он заплатил цену. И он сказал, смотрите, что Нива уже белая, идите и делайте. И Бог будет тот, кто взрастит. Мы видим свои церкви сотнями, тысячами. Мы видим церкви в Латвии сотнями. И поселки тысячами. Мы видим церкви в Балтии, в Европе сотнями и тысячами. Мы видим церкви во всем мире с новорожденными христианами. Миллионами, миллионами, миллионами. Мы видим себя в большом зале. Мы идем в большой зал. Мы видим, что пастор нам проповедует, что мы там, что мы привели людей, мы это видим. Что происходит исцеление, чудеса и знамения, что глухие слышат и слепые видят. Иисус, люди рождаются заново, и что весь этот новый зал, он полон, что еще даже остается больше людей, что даже нету мест. Спасибо, что ты дашь нам все, что необходимо, что Бог с нами, Бог с нами. Аллилуйя! Ничего мы не делаем еще. Я скажу команду, и тогда мы будем делать. У тебя будет возможность принять Иисуса как своего Спасителя. И когда я скажу, что ты можешь идти, то беги сюда. Если ты не знаешь Иисуса как своего Спасителя, если ты не уверен в том, где ты будешь, когда умрешь, если ты знаешь, что твоя жизнь идет в ад, если ты знаешь, что тебе нужно прощение, тебе нужен Господь. Если ты хочешь принять Иисуса как своего Спасителя, как Господа, если ты хочешь помириться с Ним, если ты хочешь избежать ада и войти в Небесное Царство, если ты хочешь, чтобы все, что было, прошло, и все было новым, тебе нужен Иисус. И Иисус любит тебя. И это твоя возможность. И это твоя возможность. И сейчас беги. Если тебе нужен Христос, беги ко Христу. Беги ко Христу, иди вперед, иди вперед. Будем вместе молиться, иди ко Христу. Иди ко Христу, иди ко Христу. Беги, беги, беги к Богу. Беги к Богу во имя Иисуса Христа. Беги ко Христу, беги ко Христу. Иди к Богу, иди к Богу. Беги ко Христу. Я буду ждать 30 секунд. Только 30 секунд. Я буду ждать только 30 секунд. Беги, беги. Беги. 20 секунд. Аллилуйя! Беги. Ты можешь еще успеть. Торопись.
Еще 5 секунд. Будем молиться Богу, я буду читать молитву, и вы просто повторяйте за мной, своими словами только, своими словами. Бог здесь, Он любит тебя. И именно в этот момент ты родишься в своем духе, родишься выше. Все, что было, все прошло. Если тебе легче, то закрой глаза и чувствуй себя свободно. И повторяйте слова за мной громким голосом. Скажи, дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе в молитве. Я принимаю решение верить, что Ты пришел на землю в человеческой плоти, в Иисусе Христе. Ты взял мои грехи. Ты умер на кресте. 3 дня был в гробу. На третий день воскрес. Ты Иисус, живой. Сидишь у Бога по правую руку. И через Духа Святого ты здесь. Я признаюсь, что я грешник. Я признаюсь, что я родился в грехе. И я верю, что Ты Иисус Христос, единственный путь на небеса. Ты единственный искупитель греха. Я сам себя не могу искупить. Я прошу Тебя, прости все мои грехи. Войди в мое сердце и будь Господом моей жизни. Моим водителем. Спасибо, Иисус, что в этот момент все, что было, прошло. Я новое творение. Я спасен от вечной пропасти в аду. Мне принадлежит вечная жизнь. У меня Твоя близость, Ты обитаешь во мне. Все мои грехи прощены. Аминь. Те, кто в зале, поаплодируйте всем, кто вышел вперед.